Еще 5 минут назад водитель этой иномарки ехал по встречной. Об этом рассказывают очевидцы дорожно-транспортного происшествия. Вскоре идущая против основного потока Audi лицом к лицу встретилась с другим авто. Ее водитель нашей съемочной группе показывает сработавшие подушки безопасности, которые уберегли от серьезных травм. Ехал по проспекту Фрунзе в сторону Московского проспекта. И, соответственно, выехал на меня Audi A6 навстречу. Я увернулся от удара. Будь реакция у Данила хуже, удара лоб в лоб и тяжелых травм вряд ли удалось избежать. В то время как мы общаемся с молодым человеком, водитель Audi дает пояснение дорожным инспекторам. С нами он немногословен. Как к вам обращаться можно? Вы нам поясните, пожалуйста, как получилось так, что на проспекте Фрунзе перепутали полосу движения и ехали... Причину молчания раскрывают очевидцы ДТП и знакомые самого водителя. Парни, вы уж все сняли. Нам непонятны мотивы, поступки. Мотивы? Пьяный человек ехал на машине. Что тут непонятно? Теперь у предполагаемого виновника могут забрать права 1-1.5 года. К тому же в ближайшее время мужчине придется посетить сберкассу, чтобы заплатить штраф. Георгий Колчин, Алексей Николаев. День в событиях.